Не часто так поступаю, но сегодня очень хочется отклониться от привычного формата и начать программу с зарубежной новости. Сейчас поймете почему. Итак, суд в Лондоне в минувшую среду занял сторону российского миллиардера Потанина и отказал его бывшей супруге Наталье в удовлетворении требований на 9 миллиардов долларов, которые мадам хотела бы получить после развода. Речь идет о доле в Норникеле плюс еще кое-какие активы олигарха. Вот отказал ей лондонский суд. Впрочем, точка в этой истории еще не поставлена. Ожидаем следующего раунда. Череда громких разводов богатейших российских бизнесменов продолжается. Сегодня стало известно о возможном расторжении 30-летнего брака Владимира и Натальи Потаниных. Владимир Потанин – один из богатейших бизнесменов России. Его основной актив – управляющая компания «Интеррос». Ей принадлежат пакеты акций ГМК «Норильский никель», группы «Профэстейт», холдинга «Профмедиа» и компании «Роза Хутор». Таких приколов я не видел еще, парни. А вот теперь давайте без стёба. Больше всего в этой новости меня, знаете, что умиляет? А то, что путинские олигархи делят наше российское имущество в Лондоне. Даже не так, не российское, это советское еще наследие. Проведу небольшой ликбез. История Норильского никеля уходит аж в 1919 год, когда в тех местах были обнаружены огромные залежи руды. Несколько экспедиций затем туда снаряжались, более 10 лет проводились исследования, и вот в 1935-м постановлением Политбюро ЦК ВКПБ началось строительство комбината. К 40-му предприятие заработало, ну а дальше только развивалось. То есть, понимаете, да? Целая страна горбатилась на то, чтобы этот завод появился и заработал. Годы исследований, повторюсь, миллиарды народных денег, тысячи рабочих рук наших бабушек и дедушек. А теперь, значит, Потанин и его боевая подруга делят все это меж собой в Лондоне, и ни у кого нет никаких вопросов. Путин! Победа! Вот он, красавец, туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. Ну да, россиянам вот это, плюс гордость, скрепы и традиционные ценности. На самом деле, оно вообще ни разу не смешно, повторюсь, для тех, кто на бронепоезде. Целая страна горбатилась на тот Норильский никель. Бабушки и дедушки наши думали, наверное, вот, будущим поколениям наследство оставим. Ага, наследство, то теперь какие-то ребята в Англии делят. Браво танцующим! Это реальная журналистика, приношу извинения, приболел немного, поэтому выпал из эфира. Ну ничего, наверстаю. Мы поехали! В России, меж тем, идет кампания по выборам президента, и там как раз без сюрпризов. В понедельник ЦИК нашел в подписях, собранных штабом Бориса Надеждина, более 15% брака, в связи с чем рабочая группа Центральной избирательной комиссии рекомендовала не регистрировать политиков в качестве кандидата, что, скорее всего, и случится уже завтра, 7 февраля, на которое назначили заседание по Надеждину. Ни у кого нет никаких сомнений, что кандидата Надеждина поддерживают сотни тысяч людей. Сегодня опубликован опрос будет, который по нашему заказу делали. Вчера уже пошли утечки. Не знаю, как это было, но куски этого опроса уже публиковали там, и Венедиктов публиковали все. По этому опросу на сегодняшний день я на втором месте после Путина, да, вот, на выборах президента страны. За меня уже готовы проголосовать больше 10% людей. Это просто охуенно. Знаете, честно, кто-нибудь удивлен, кто-то ожидал чего-то другого. Вот всю прошедшую неделю многие мои коллеги, журналисты и блогеры, многие общественники и даже пропагандисты на серьезных щах гадали, ну или делали вид, будто гадают, допустят, не допустят, все же все понимают. Как говорит один небезызвестный НТВшник в прошлом, хотя, ну давайте дождемся официальных объявлений и последующих за этим заявлений, видимо, отверженного, уже от этого будем танцевать. Вы меня рассмешили.
дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Непонятно, правда, теперь, что с интригой делать. Напомню просто. Перед стартом данной кампании главный лично ставил задачу перед своими вассалами сделать так, чтобы легитимность выборов была очевидной для всех. Чтобы даже толики сомнений ни у кого не было, это действительно важно в текущей парадигме, потому что вот тут надо объяснить, о какой легитимности идет речь. Ни в нас, ни в российских избирателях дело, хватит уже писать эти глупости в комментариях. Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают в данном случае. Там или вот им. Необходимо, чтобы итоги мартовского голосования признали за границей. За граница нам поможет. Запад с нами. Если без дурацких шуток, а также и без еще одного популярного у комментаторов невежд бреда, вроде «да плевать им на эту заграницу, проведу еще один ликбез», нет, не плевать. Дело в том, что должность главы государства, помимо прочего, предполагает обязательные контакты с зарубежными лидерами, с международными организациями, с бизнес-сообществами, наконец, еще раз, обязательные контакты. От этих контактов никуда не деться, даже если страна находится под санкциями. Ну мы же не одни живем на планете, более того. Экономика России до сих пор плотно интегрирована в мировую, и это тоже суровая правда жизни, чтобы не брехали пропагандисты, нравится она кому-то или нет, это так. Дальше. Ежедневно в режиме нон-стоп между государствами заключается и исполняется огромное количество договоров. Мы вам это, вы нам то, огромные деньги в данном маховике вращаются. Вот теперь давайте пофантазируем. Представьте, если вдруг легитимность выборов руководителя нашей страны действительно окажется под сомнением, а уже ведь на Западе такие разговоры периодически всплывают. То в ПАСЕ, то вот в Европарламенте. Как с таким государством дела вести, да и кто захочет? Так называемые санкции. Дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес. Это наносит, вот это наносит долгосрочный такой невидимый на первый взгляд ущерб для всей мировой экономики. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что мы вот этот период все-таки преодолеем непонимание. Вот это прикол! Ну хорошо, давайте на пальцах и на совсем примитивном уровне. Предположим, что речь идет не о политике и не о странах, а просто о бизнес-структурах. Я глава фирмы, ты глава фирмы. Мы ведем какие-то дела, заключаем какие-то контракты, под которыми ставим свои подписи. И вот, значит, эти наши подписи являются гарантией. Гарантией того, что договоренности будут исполнены с обеих сторон, но... Все это работает лишь до тех пор, пока подписи каждого из нас остаются легитимными, то есть до момента, пока, ну, меня, например, не уволят с должности генерального, когда уволят, все, моя подпись ничего не значит, ничего не стоит, так или нет? Ага. Я, конечно, могу попробовать самовольно провозгласить себя новым директором, но договоры-то мы заключаем между фирмами, а не между Васей и Петей, и обязательства по тем договорам тоже должны исполняться фирмами. Самозванцы, взятки гладкие, ну вот так хотя бы понятнее. Низкий поклон всем вам, огромная благодарность. Любим Россию, служим России. Кстати, по той же самой причине в прах рассыпается и сплетни известного в России фантазера Валерия Соловья. Тут, надо сказать, признан Минюстом иноагентом, да. Я про ту самую сказку, согласно которой настоящий Путин якобы умер, а вместо него нам показывают двойника. Да нереально провернуть такую аферу. Нереально! Еще и с первым лицом такого государства, как Россия. С президентом какой-нибудь банановой республики оно бы, может, и прокатило, даже с председателем картофельного царства, возможно. Но это не точно. Ну, хотя бы потому, что главы государств 3-го, 4-го, 5-го миров, они же как тут неуловимый Джо, нафиг никому не нужны. А вот представьте, поставить у руля ядерной державы самозванца. Ну, ребят, ну... Вы чего? А сколько было вот желающих, извините, пожалуйста, из Западной Европки посидеть у вас в совете директоров разных компаний? Ой, на Западе любили Россию, особенно русские денежки. Но когда пришли сложные времена, с вами Александр Лукашенко. No!
God! No, God, please, no! 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 А вообще, я чему все это сегодня затеял-то? Ну, правда, надоело уже читать глупости в комментариях. Одни и те же, причем... Человек слышал звон, но не знает, где он. Не тешьте себя иллюзиями, друзья. Легитимность для российской верхушки действительно крайне важна. Именно поэтому Кремль все время долбается с этими выборами, хотя могли бы их отменить еще в 2008-м, но ведь не сделали этого. Не отменили. Почему? Надеюсь, доходчиво всю сегодня объяснил. Впрочем, выше недаром еще и другой вопрос задал. Не понимаю, как теперь ребята собираются добиваться этой самой убедительной легитимности вот в нынешних условиях, да после вчерашних новостей из ЦИКа. Хотя, будем посмотреть, чего бежать-то впереди паровоза. Ну и обязательно вернемся к оному в одном из ближайших выпусков. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, в соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!